Всем вкусного чая, ребята, с вами я, Тюльпан. Сегодня мы будем разбирать новый, вкусный, слитый кадр 6 серии. Ну и перед этим не забудь подписаться и поставить лайк на канал. Это очень поможет моему продвижению. Также про телеграм не забудь, там я пощу разные теории, которые могут тебе понравиться. Ну и вот он. Перед тем, как его разобрать, я упомяну вам пост о том, что серия уже полностью сделана. В этом кадре почти нету ничего, кроме надписи. Разведчик, доложи, что находится на улице Апельсиновой. И все, на этом кадр закончился. Ну а всем спасибо за просмотр и всем... Ладно, шучу, я не могу вас без утечка ставить. Ладно, улица Апельсиновая, военная база номер 7, за поворотом. Это что сказала капибара, которую допрашивают? И у меня есть одна теория. Как узнав это, наш браток позвонит в штаб и скажет вот эту информацию. Мне бы хотелось бы, чтобы ее штурмовали очень долго. Почему же? Да потому что я хочу, чтобы было много экшена. Сначала они дождутся Альбину, которую я буду называть Биовумен, потому что она с биооружием. И сам номер базы говорит, в какой это серии будет. В 7-й. Так просто СБР ничего не возьмет. И тут прибуду я в качестве нового персонажа с элитными партизанами и начну тоже помогать. Возьмем мы ее буквально на 9-ю серию, так как мы появимся в 8-й. И после взятия базы мы будем остальные 6 серий после 9-й штурмовать Капибар. Но знаете, это всего лишь мои догадки. И как всегда закончим датой выхода серии. Выйдет она в четверг, то есть 28 марта в 11:40. Мы ее будем ожидать на стриме в 11:30. Можете перейти и вместе с нами ждать, а потом слушать мои теории и дождаться моего разбора. Всем, думаю, было интересно. У микрофона был детектив. Ну а мы погнали!